Слава Богу, одолели. Ну, скворечник еще один. Вытаскивай веревку. Ну, Володя, победа у тебя. Надо замерить толщину пня этого. С Божьей помощью. Ну, вот с этим вместе около 2 метров. Ну, шершни как раз спят. Почему? Потому что снег уже выпал. Что? Ядреная-то вот только здесь. Ну, вот только здесь. Ядреная. Ну, вот она. А это все трухлявое уже все. Ну, главное, что одолели. Теперь что? На куски эту ядреную-то еще попробуй. Чтобы убрать ее, напни, порежь. Давай вот здесь. Так. Режь, вот это вот-то. Вот так вот, сучок-то отрежь.
А то его катить нельзя. Но у меня тут бензину-то немного. Ну я тогда не знаю. Надо налить бензину. Я убрать же... его надо. И там попытаться еще на один пень пониже сделать. Все понятно. А куда скатить-то?